Вы проснулись? Я думал, ты скажешь, что просыпайтесь все, просыпайтесь, потому что в нашем эфире появляются первые творческие гости. Это настоящее шоу, но необычное. Подождите, если вы сейчас, например, завтракаете, то как-то прожуйте, проглотите, ну, чтобы не поперхнуться, потому что мы должны предупредить, это будет нечто, это будет прямо сразу, вот так вот, да? Это будет громко. Да. Шоу «Барабанщиц». Встречайте, сейчас. А с ними потом поговорим. Забарабанит сейчас. On tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Down my hair up real big, beauty queen style. I high heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I'm feeling everywhere the level rise above. I sizzling like a snake, honey, I'm on fire. I'm feeling everywhere, nothing scares me anymore. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I call that summertime, summertime sadness. Call that summertime, summertime sadness. Call that summertime, summertime sadness. Oh. Ruling all the coast, go bowling tonight. Get my bag, baby, by my hair on this side. I know if I go, we'll die happy tonight. Oh my God, I'm feeling everywhere the level rise above. I sizzling like a sting, honey, I'm on fire. I'm feeling everywhere, nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. Time sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I call it summertime, summertime sadness. Call it summertime, summertime sadness. Call it summertime, summertime sadness. Oh. Участница Виктория Сергеева, Анна Наумкина и солистка Олеся Филиппова. Доброе утро, девчонки! Доброе утро! Я думаю, все проснулись, уважаемые телезрители. Мне кажется, кто спал, сейчас все проснулись просто. Я сама аж, мне казалось, я проснулся еще больше сейчас. Спасибо большое. Скажите, а вы прямо вот с самого утра все время барабаните, да? Вот прямо во столько? Ну, не прямо с самого утра, но... Ну, как минимум уже с 6:40. Я на что намекаю? Сколько нужно тренировок, например, в день? Сколько времени учиться, чтобы вот так научиться барабанить ловко?
Там можно кому-нибудь. Правда. Потому что некоторым людям кажется, что это очень просто. Долби себе по барабанчику. Дайте кому-нибудь из участниц, они-то ответят. Тут скажите уже, пожалуйста. Ну, это тренировки, тренировки. Можно сказать, годы тренировок. Скажите, а вы были в пионерском отряде где-нибудь? Вы не барабанили случайно? Нет, не было. Нет? Не нет. Может быть, поэтому все и сложилось? Ну, возможно, это было поводом и стимулом все-таки заняться этим. Поскольку была лишена тогда. Сейчас она летом. Какие у вас выступления есть? На каких площадках? Сейчас вот я хочу рассказать о наших планах, потому что мы очень хотим сделать, и надеемся, что это получится, в августе большой концерт под эгидой, можно сказать, нашего шоу. Там будет и барабаны в разных составах барабанщицы, и скрипка, и вокал, и фаер-шоу. То есть мы вот хотим сделать вот такое вот прям грандиозное событие. Это будет на открытой площадке? Это будет, да? На открытой, да, площадке. Угу. Мы рекомендуем телезрителям ни в коем случае не переключаться, потому что они очень скоро появятся в нашей студии еще. Мне кажется, мы не отпустим их с одной композицией уж просто так. Вы не уходите, пожалуйста, потому что это на самом деле очень зажигательно. Мы решили оставить вас в студии, попросить вас остаться, и чтобы вы сыграли нам что-то еще. И будете сейчас, сделайте нам отбивочку. Ну ладно уж тогда, хотел сказать, отбивочку сделать в следующем сюжете. Подождите, я хотела спросить вас, девочки, любимый какой-нибудь сериал, что-нибудь из старенького? Вот мы тут про Санта-Барбару. Друзья. Друзья. Друзья, да? А у вас, девочки, они скажите... согласны. Такие, мы, да. А, согласны. Ну, хорошо. Вы друзья. Ну, а все-таки гордость за Красноярский край у нас большая гордость, потому что на территории Красноярского края, кстати, много сняли известных фильмов с известными актерами. Говоря о фильмах, да? Угу. Ну, тогда давайте смотреть сюжет, в котором все это подробненько изложено, в котором можно погордиться. Ну, все-таки Миша в отличной физической форме, мне кажется, хорошо выглядит. Ну, а для девочек можно просто вот посоветовать танцевать. Да, в этом нам поможет драм-шоу «Eleven». Это девчонки. Послушайте. Давайте зажигать. Забудем все и убежим от всех. Пусть целый мир подождет нас. Мы пропали до завтра, только в твоих я руках. Будто бы тают как снег. Ты для меня моя крепость, моя вера и правда. Без тебя свое сердце, и свою жизнь, свою душу. Только один я так нужен, мой самый лучший. Снова мурашки все плечи. Поцелуй меня нежно, держи меня крепче. Все безупречно, глаза в глаза, ладонь в ладони, это навечно. Спасибо, что делаешь счастливой. Между нами космосы бесконечно. Ты одно целое, мы неделимы. Глаза в глаза, ладонь в ладони, это навечно. Спасибо, что делаешь счастливой. Между нами космосы бесконечно. Сердце магнит, и губами касаюсь, и все вокруг не сгорит. Стираешь все грани, тону в твоем океане. То, что сейчас между нами, ураган и цунами. Мне так мало тебя сейчас, подари мне еще один вдох. Научи меня вновь летать высоко. Будь со мной как последний раз, чтобы снова по телу вдох. Я хочу тебя ощущать так легко. Глаза в глаза, ладонь в ладони, это навечно. Спасибо, что делаешь счастливо. Между нами космосы бесконечно. Мы одно целое, мы неделимы. Глаза в глаза, ладонь в ладони, это навечно. Спасибо, что делаешь счастливо. Между нами космосы бесконечно.